Здравствуйте, в эфире «Хорошие новости», самая позитивная программа Волгоградского телевидения. А поговорить о добром и вечном мы решили с жителями Волгограда. Внучка у меня родилась, сына женила, все хорошо. Снег чистым, все делал пока. Дорога чистим. Все нормально пока у нас. Все хорошо, слава богу, живы, здоровы, это самое главное в жизни. Дочку засватали. Скоро свадьба. Мы очень счастливы. Снег выпал уже хороший момент. Понравилось очень. Людей кормим вкусными блинчиками. Люди довольны все. Ходим с подружкой в кафе, посидим. Пусть каждая новость будет хорошей. До новой встречи!